Эрик, к сожалению, по-прежнему находится в следственном изоляторе. Что касается откровенно беспредельной истории в СИЗО, нам вместе с вами удалось ее переломить. Значит, вот такое активное воздействие, прессинг прекратился. К сожалению, пока не все лекарства он получает. Письма от вас получает. Едой мы его завалили. Я лично ему ежедневно заказываю обеды, плюс еще питание. Вам он только что вернулся, кстати, от Эрика. Вот буквально несколько минут приехал. Всем вам большой привет. К счастью, он имеет возможность отвечать на ваши письма. Вы эти письма получаете, кто-то даже их публикует. Он лично все отвечает, поэтому пишите ему. Просил вот что передать. Его завалили сигаретами. Сигареты пока не отправляйте. Сам он курит очень мало, но, к сожалению, иногда курит, но в связи с такой ситуацией напряженной, переживает тоже. Если есть возможность у кого, отправляйте ему книги. Он сейчас очень много читает, какие-то книги заказал, попросил, чтобы я ему их передал. Если у вас есть возможность, можно заказывать ему книги, прям заходите на Озон и заказывайте в этот следственный изолятор, вы знаете, где он содержится, «Матросская тишина» для Эрика Давидовича Китуашвили, ему эти книги передадут, заказывайте ему книги.